где это здесь? Территория охраняема, детский лагерь. Я не на детском лагере, я на пляже нахожусь. Нет, вы находитесь на территории лагеря. А кто вы? Полиция, охрана. Как вас зовут? В смысле, как меня зовут? Молодчик, вам сделали замечание, почему вы начинаете задавать вопросы? Я с человеком сейчас говорю. Вы полицейский? У вас пропуск есть. Вы полицейский? Да. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Анатолий меня зовут. Ну, ваше удостоверение есть? У меня есть документ. Покажите. Есть. Сейчас вам покажу. Да. Спасибо. А у вас есть? Так, у меня удостоверение в этом. Подожди-ка, сейчас возвращаться. Подожди-ка. Что вы хотите, а? У вас есть документ? Вы проникли на вы проникли кто на охраняемую такой? Территорию. Кто вы такой? Мы охрана. Здесь у не мир. У вас есть документ. Не надо, у вас есть документы. Не надо на меня повышать голос. Интересно, почему вы нам устраиваете допросы, а, молодой человек? Не повышайте на меня голос. Да мы не кто вы такой, а? Не орите на меня. Подожди, покажи. Сейчас им разберут. Не надо. Стоять на месте. Не, стоим на месте. Вы меня задерживаете? Я говорю, стоять на месте. Вы меня задерживаете? Так точно. На каком основании? На основании, да. За то, что вы проникли на запрещенную территорию. Кто вы такой? Зачем вы мне? Кто вы мы такой? Охраняем эту территорию. Кто вы такой? Мы охранники покажите эту территорию. Покажите свои документы. Пойдемте. Вы подошли сейчас ко мне, покажите. Документы вы вам. Подошли, подойдите с документами. Сейчас покажем покажите, вам документы. Покажите. Покажите. Сейчас покажем показывайте. Документы. Идем. Куда идем? Идем вот здесь. Я не хочу туда идти, я хочу здесь быть. Кто вообще такой? А? А вы кто такой? Вы кто такой? Вы... По моему виду, вы кто такой? Ваши кто документы. Вы такой? Ваши документы. Кто вы такой? Ваши документы. Кто вы такой? Так, короче, базара не будет. Да подожди, Игорь, подожди. Ну, отделено, хай разбирается сам. Подожди. Почему он проник на эту территорию? На детское учреждение. Может, он не все знал. Знает. Все человек знает. Может, человек все прекрасно не знал. Знал. Так что, как стойте. Уберите ваши руки. Я говорю, что у вас документов нет, уберите руки. В смысле нету документов? А какие у вас документы? У нас есть документы. Покажите. Покажите документы. У тебя собой? У меня в этом... Покажите документы пойдем, ваши. Пойдемте с нами. Я с вами никуда не буду идти. Пойдемте, мы заодно вас проведем за территорию. Я с вами никуда не буду идти. Кто вы такой? Кто вы такой? Человек с дубинкой? Человек с дубинкой. Так, все понятно. Иди, сходи, возьми. Сейчас. Мое возьми. Сумки лежит в блокноте. В боковом кармане. Туда продвигайтесь на выход. Да, потихонечку. Не переживайте, я продвигаюсь туда, куда мне нравится. Вы, вижу, молодой человек. Нет, я смотрю, что вы сильно умный, молодой человек. Вы хотите проблем, да? Вы мне угрожаете? Нет, я просто говорю. А что, что это за слова? Вы мне угрожаете или что? Нет, сейчас приеду, группа ГЗ. Вы мне угрожаете? Вы здесь кто вы такой? Ну как вы говорите, человек с дубинкой, да? Послушайте, вы кто такой, объясните. Я человек с дубинкой. Ну так что вы от меня хотите? Не теряй время, не теряй. Остановитесь, подожди. Если уж так хотите, я предоставлю. Что, я хочу? Вы хотите. А вы кто такой, скажите? Вы хотите. Вы объясните, кто вы такой? Мы сотрудники. Чего? Полиции, охраны. Ну, а у вас есть устав какой-то? Устав? О каком вы уставе говорите? Молодой человек, вы проникли у вас, на... Вы проникли. У вас устав есть? Вы проникли у вас устав на охраняемую есть? Территорию. У вас устав есть какой-то? О каком уставе вы говорите? Вы еще? Должны мне представиться? Или это мое желание? Я так и не понял. Я вам представляюсь еще раз. Как вас зовут? Я такой-то, такой-то. Такой-то охранник. Как это? Державная какое служба у вас охраны. Имя? Имя какое? Какое у вас имя, молодой человек? Чтобы вы мне, человеку, лицо. Человеку, должны, который исполняет свои вы обязанности, вы мне с меня что-то требуете, а? Вы должностное лицо, вы должны мне представиться. Вы не понимаете, что ли? Я представился, я как охранник. Вас зовут? Как вас зовут? Документы меня ваши. Зовут документы Игорь Михайлович. Покажите документы. Сейчас вам предоставят документы, отлично. Если вы так требуете. До этого на вы месте. Не имеете вообще никакого права, вы поняли? Что вы говорите? До этого вы вообще никакого права не имеете. Какой? Что я не имею? Какие права? Вообще никаких. Молодой человек, да. Вы, извините, коллега, вы ищете проблемы. Какие проблемы? Нет, проблемы вы ищете. Вы пришли на меня орете. Вы проникли на ту территорию, на там, где мы охраняем. Я вас не хочу слушать. Нет, вы остановитесь, и что вы не будете стоять. Я не буду стоять. Вы будете стоять. Я не буду стоять. Я у моря могу ходить, где хочу. Вы будете ходить за территорией, но нет, не здесь. Нет, я здесь тоже могу ходить. У моря я могу ходить где хочу. Хорошо, что разговора не получится. Остановитесь, говорю. Сейчас
сейчас будет отвечать перед непосредственно людьми. Ну успокойтесь, у вас какая-то работа непонятная, если честно. Благодаря вашим вот таким действиям, вашим, вы вроде бы зашли, вроде бы трезвые, без запаха алкоголя, но вы ведете себя неадекватно. Неадекватно вы ведете, вы подошли и мне орете на меня. Какое вы имеете право на меня орать? Я на вас не ору. А что вы делаете? Вы на меня орете, вы мне угрожаете. Вы там не подчинились сотрудникам. Какой-то сотрудник? Какое-то непонятное тело мне свистит из какой-то будки. Я не понимаю, где там вы увидели сотрудника? Я не видел никакого сотрудника. Покиньте телефон. Умных развелось. Типа вас, молодой человек. Очень умный. Зачем вы в полиции работаете, объясните мне? Чтобы вот таким, как вы, что? Втирать правду. Понимаете? Какую правду? Потому что вы проникли. Правда в чем? Вы поставьте себя на наше место, молодой человек. В чем правда? Я ставлю и не работаю в этом заведении. Если вы не понимаете даже устав, не умеете представиться, не умеете предоставить документы, если вы хамите. Если вы понимаете только силу, если вы подойдете не один, а вдвоем к одному человеку. Я не работаю в этом заведении. А у вас что? У вас какие-то порывы к садизму или к чему? Почему вы так со мной разговариваете? А как? Вы не, не предоставили свои документы. Сейчас вы буквально две минуты будет ваш документ. Ну будет. Так это ваш? Это вы обязаны его предоставить. Я нахожусь на пляже, я тут могу находиться. А вы здесь не можете я находиться. Я могу здесь находиться. Вы тут находиться не можете. А вы мне объясните, по какому это праву. Это государственное, охраняемый объект, покажите детский объект. Покажите мне документ, покажите. Детский, а вот эти люди, то, что заходят, это дети все там сидят? Это люди, которые имеют пропуска. Пропуска, они что, дети? Я слушаю. Да. А где он лежит? Давай, иди навстречу, Да, хорошо, давай. Добро. Вы можете успокоиться, что мы там вместе, а? Другой бы на вашем месте. Ладно, идите, пожалуйста. Это детское учреждение. Я не знал. Я не захожу в ваше детское учреждение. Это что? Это территория? Это пляж. Это не пляж. Это общая территория. Это пляж, детское заведение. Это наша заведение. Общая территория. Если вы это не знаете, это ваши проблемы, понимаете? Да, явно вы. Вот ваша детская территория за заборчиком. Явно вы хотите, чтобы вас оттуда забрал наряд. Хорошо. Не надо мне ни в чем угрожать. Я не угрожаю. Я предупреждаю вас. С такими, как вы, у нас разговор короткий. Так, что? ГЗ, объясните. Машина и райотдел. Потом вас там я вас что-то там нарушил? Да, нарушили. Что именно? Границу там. Что? Какой я закон нарушил? Проникли на охраняемую территорию детского заведения. Это пляж. Вон ваше детское заведение. Вон заборчик. Тут дети отдыхают. Вон заборчик. Вот. Вот заборчик вашего детского заведения. Вот там граница. А это море. Это я наше море. Нет, потому что не доходит ни хера. Черт. Это наше покажи море. Документы. Наш пляж. Покажи документы и будем навязать его нахер. Это бесполезно. Вы пока не предоставили документы, не сказали, что я вас нарушил тут. Конечно. Территорию чего, объясните? Да, слушай, ну он тупой человек, вообще не понимает, ни хера, блядь. Я уже не знаю, как с ним разговаривать. Послушайте, я вас не оскорблял. Вы вынуждаете я нас. Я вас не называл тупым. Покажи вас, документы. Я вас тупым не называл. А зачем, если он снимает? То есть вы не будете показывать документы? Ну, камеру уберите, туда покажем. В плане. Покажите документы. Ну, вы снимаете меня на телефон? Да вы полицейский.
Ну и что? Ну, я имею право вас снимать. Ну вы будете, документы вы не будете снимать? Ну не буду снимать, покажите. Хорошо, документы. Да. У вас есть жетончик какой-то? Вы, этот, вызывай пацану. Я думаю, все-таки... Нет, у него, не все-таки, у него, он продвинутый. Ума разуму хватит у него. Фотографию я не вижу. Султан Анатолий Васильевич. Да. Охранник Б номер один. Батальон номер один, полиция. А можно еще на секунду? Продвинутый, да, человек, понимаешь? Очень продвинутый, да. Вот 120. С такими людьми надо вообще, я не, да, знаю. Их надо вот получить. Следующее удостоверение. Ага. Это вы, да? Я не вижу фамилии, имя, отчество, извините. Можете палец? Я выговорил, я. Игорь Михайлович. Да не важно. Покажите, пожалуйста, я не... Я не уже вам тебя достаточно показал. А, я понял. Вызывай, ребят. Я не видел. Все. Ребята, сейчас подождите. Не надо, вы меня задерживаете. Нет, мы вас задерживаем. На каком основании? Что вы не подчиняетесь нашу покинуть территорию. В добром порядке. И будете снимать сейчас, ребят. Территорию детского лагеря. Я не нахожусь на территории. Вы находитесь на территории. Покажите документы какой. Сейчас вам все привезут, покажут. Так, покажите. Не-не-не-не-не, никуда, никуда, никуда. Мы вас задерживаем. На каком основании? На таком основании, что вы находитесь на территории. Мы просили вас покинуть. На какой территории? Я на пляже. Это не пляж, это детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия». Он там находится. Он не там находится, он находится здесь. Вся территория. Нет, это общая территория. Это не общая территория. Вы хотите, чтобы вам показали документы? Да, я вам все сейчас покажу. Вообще покажу. Вам сейчас все покажу. Молочек, покажите. Молочек, вам все покажу сейчас. Покажите. Имейте покажите. Терпение. Имейте терпение. Я имею терпение. Сейчас подъедет наряд. 3 минутки. Сейчас. Я подъезжаю. Сейчас. Остановитесь. И прекратите снимать. Послушайте. Прекратите снимать. На каком основании? А на том основании. Потому что вы проникли на территорию детского заведения. Это вы так думаете. Еще продолжаете наглеть снимать съемки. Это вы так думаете. Оно так и есть, да. Откуда вы знаете? И вам сейчас объяснят. На основании чего. Ну так пускай объясняют. Я жду. Сейчас объясняют. Я ж не ухожу. Стоим, ждем. Так ждем, ждем. Оставить что? Надо лишние движения. Какие лишние движения? Вы что, боитесь что-то? Вас? Да. Боитесь меня? Я заказал его. Откуда такие берутся, а? Я вот тоже. Он человек продвинутый, он знает законы. Он считает, что если у него телефон, он может снимать, то есть он может как бы делать, что он хочет. Я правильно понимаю, да? Ты давно должен был здесь сидеть уже быть. Давай. Вызов пошел на ГЗ, не слышал? Да, Саша, вызов пошел на ребята на ГЗ. Хорошо. Да, посылай, пускай они заезжают от тебя и сюда к нам, где-то посередочке. Где-то она посещается. Алло. Молодого человека не остановить. Да, да, сейчас я остановлю. Да, пошла.
человеком, который полностью категорически отказывается выполнять все требования. Доброе утро. Здравствуйте. А вы кто? Сотрудник полиции. Покажите документы, пожалуйста. Предъявите ваши документы. Я сейчас предъявлю. Вы полицейский? Нет, я сотрудник полиции. Ну, у вас документы есть? Николай, есть. Устав есть? Вызывай наряд. Устав есть? Вы в курсе, что вы находитесь на государственном предприятии? С кем я разговариваю сейчас? Ты показывал удостоверение? Да, показали. Да показывали все. Человек продвинутый. Вы понимаешь? Подошли ко мне говорить? Показали удостоверение. Представьтесь, вы же не представились. Я представился вам. Как вас зовут? Николай, вы видели, заходили фамилия на территорию? Фамилия у вас есть, Николай? Вы на территорию заходили, видели, фамилия, что написано? Николай, у вас есть фамилия? У меня есть, у вас есть? Скажите, пожалуйста. Ты вызвал наряд? Вы работаете в полиции или нет? Нет, Николай. Я работаю в охране. Ну, если вы ко мне подошли, я от вас ничего не хотел. Вы можете Я сотрудник охраны, дальше что? Представьтесь. Я представился, я сказал. Так. Я сказал, что Николай. Покажите документы. Это сотрудник охраны? Ну я не вижу, он же не может представить. Зачем вот это лишние вопросы? Ну как, я объясняю, зачем. Вот вы подошли, вы мне угрожали. Вы на меня орали. Я на вас буду писать заявление. Мы вас попросили, будете писать заявление. Вас попросили покинуть территорию, вы отказали. Какую территорию? У вас никаких документов нету. Где тут видно, что это ваша территория? Вы считаете, что мы должны на себя... Где тут видно, что это ваша территория? Это не наша территория, поймите правильно. Окей, где вам... Где вы знаете... территория... детского оздоровительного территория лагеря. Территория вот там. Здесь... А что вы показываете рукой и показываете территорию вот там? Ну вот как? Вот она там. Здесь ее нет. А на основании чего вы от меня что-то требуете? Объясните. Потому что я знаю, что есть документы. Ну покажите. Есть документ. Вы их видели? Вы их видели? Я видел. Ну окей, покажите. Вам покажу. Какую выписку? Если вы идете на пенсию... Так покажите, вы ко мне подошли. Ну идемте, я вам покажу. Так покажите сюда, вы же подошли. Вы же ходили, показывали удостоверение. Человек не понимает нормально. То есть ему объяснили нормально русским языком. Он пошел на принцип. Ну, покажут документы, все тебе объяснят. Какие проблемы? Вы этого хотели, да? Чего этого хотели? Вы этого добивались? Чего этого? Ну, человек на принцип. Объясните. Продолжение диалога, да? А курить на пляже можно? Можно. Курить можно? Мы на работе. Можно на пляже? Мы на работе. Мы имеем полное право. Нам выходить за территорию запрещено в течение 24 часов. Мы имеем право. Но алкогольные напитки здесь запрещено. Вам запрещено? И всем. А всем можно курить? Курить? Нет. Только вам можно курить? Только нам можно. Только вам? На рабочем месте. Серьезно? Ты издеваешься. Ну подожди, что ты делаешь? Что ты заводишься, Игорь? Я в шоке. Человек в шоке, кто-то мне можно покурить, офигеть. Я не ухожу, я тут хожу. Так как вас зовут, еще раз скажите? Меня зовут, фамилия Бурдым Игорь Михайлович. Бурдым Игорь Михайлович. Да. Я в охране 1-го батальона полиции. Ну, там написано какой-то номер удостоверения. Я просто не видел же, человек забрал его. Там написано номер удостоверения. А вы его не помните? А? Не помните? Нет. А зачем тебе оно? Зачем вам? Извините. Ваня, зачем это вам, надо? Вам документ зачем? Объясните. Зачем вам? Вам дали удостоверение. Объясните, зачем вам его дали? Чтобы вы его прятали? Для того, чтобы вам говорить номер удостоверения, да? Ну, там написаны эти данные для чего? Для начальника? Или для себя? Или для того, чтобы показывать кому-то? Я вам пока предоставил. Да. Я не видел его. Больше вас ничего я не интересует. Я его не видел. Больше вас ничего. Вы просто начинаете... Я его не видел. Там на удостоверении написаны данные. Вы можете мне их сказать? А или данные вам никто не скажет. Ну как? Ну вы же вы свое показали. Да. А его вы не дали посмотреть. Я вам дал смотреть. Я же да вы не дали. Держать, так, какие полчаса? Вы пальцем закрыли половину. Да ничего подобного. Ничего не закрывал.
Вот так, так как вы его показали, так вы и все делаете. Я понял. Вот это ваше качество, ваше... Как нам сказали, что человек с дубинкой? Качество, да? Вашей работы. Я понял. Конечно, чтобы вы не были человеком с дубинкой, вы подойдите с удостоверением. Вы не видели, сколько сейчас человек с дубинками ходит? Молодой человек, мало? Мы вам представились. Могли бы вы нам представиться? Кто вы такой? Я вам не обязан представляться. А значит, мы вам обязаны, да? Потому что вы должностное лицо. Хорошо, теперь ответьте. Потому что вы одели форму. Там написано полиция, охрана. Поэтому вы обязаны представиться. Так мы представились, показали. Вы сначала возмущались, что я вас спросил, а вы были обязаны представиться. Пожалуйста, у вас написано тут полиция, а не охрана. Представьтесь даже. Теперь вы, кто вы такой? Меня Егор зовут. Где вы проживаете? Это не ваше дело. Во, хорошо. Скрытая информация. Хорошо. Это не скрытая информация, это не ваше дело. А вот сейчас подъедут те люди, от которых вы ничего не утаите. А ничего не утаите? Они что, у меня пытать будут? Все скажут тебе. Пытать будут? Все скажут тебе, понимаете? Все скажут. Остановись, пожалуйста. Не надо. Парируй. Зачем идти на принцип? Отрывать людей, которые сейчас... Я объясняю, я тоже не понимаю. Вот я почему, не понимаю вас. Почему вы работаете на этой работе? Объясните. Почему я работаю на этой работе? Но это не вам решать. Почему я не решаю, я не понимаю просто. Вы же не понимаете, почему мне идти на принцип? Это тоже не вам решать. Я вот тоже не понимаю, зачем вы на этой работе работаете. Это не вам решать. Вы получаете эстетическое удовольствие или что? От чего? От этой работы. Нет. А зачем вы на ней работаете? Объясните. А вы зачем работаете? Вы можете объяснить? Послушайте. Вот мне всегда интересовало, зачем Игорь, люди работают. Послушайте, молодой человек, Игорь, вот таких умников, как ты, да. Я... Когда я был в Майами? Года три назад, да. Имел видеть, был свидетелем. Вот такой, примерно такой ситуации, ну. Только я был отдельным свидетелем. Ну. Когда вот такие вот умные, ну. умные ну. прохожие ну. нарушили закон, ну. и только за одно слово ну. лежали мордой ну. в асфальте ну. с наручниками, понимаете? Ну. Вот ну. эта работа была полицейских, ну. нормально. Ну. И никто вот так не издевался ну. над полицейскими, никто. Я издеваюсь над вами? Вы издеваетесь. Как, да. Вы чисто издеваетесь. Чем вы издеваетесь. Чем я издеваюсь? Вы всем издеваетесь. Ответьте на провокационными вопрос. Вопросами. На вопрос. Хотя вы мы можете? Должны вас... Вы можете ответить вас... на вопрос? Чем я издеваюсь? Мы вас должны, понимаете? Объясните, чем я издеваюсь, чтобы я понял, чтобы я в следующий раз не издевался. Вопросами. Какими именно? Вы же только что сейчас задавали меня. Ну скажите, я же не понимаю. Зачем мы тут работаем, а? Он не понимает. Ну, мне интересно. Вот зачем вы работаете на этой работе? Здрасте. Из города Сосновая полиция решается. Что тут произошло? Что вы говорите? Что произошло у вас? А до этого, что вы сказали? Я представился вам. Я не услышал, пожалуйста. Старший сосновая полиция решается. Что у вас произошло? Ничего, я тут гуляю. Подошли какие-то люди. Какие-то люди. Начали люди мне говорить. Смотрите, данная территория. Вот огромный. Видите, забор находится. С этой стороны вот так он полностью идет по периметру. Со стороны Крижановки он идет. Это территория детского центра «Молодая гвардия». Да, я на детский центр не захожу. Я вот у моря. Могу ходить вдоль моря? Нет, не можешь. Почему? Потому что тут находится забор. Есть постановление Кабинета министров Украины, которое запрещает тут находиться посторонним людям, потому что тут находятся дети. А можно документы увидеть? Мы вам не можем показать. Есть пресс-центр «Молодой гвардии». Мы можем пройти туда и там увидеть их? Сейчас вы не придете. Сейчас никого там нет на работе. Это вы можете в рабочее время с 9 часов утра, пожалуйста. А сейчас сколько времени? Сейчас 7 утра. А, блин, что рано. То есть на посту, получается, вот тут нет, если оно... А там я смогу это увидеть? Ну, конечно. Это все там у директора, все есть, ну, окей, постановление. Все. Хорошо, если так и есть. Так. Да, 9 утра, пожалуйста, вы можете прийти, ну, с первой полосы. Знаете, где находится? Вот я вижу, это детский лагерь? Да. Но тут вот не дети приходят. Они... Вы не знаете, как они могут? Это все вопросы не к нам, честно. Да. Значит, у них есть пропуска. Люди по пропускам. Да, тут люди есть пропуска. Да, сотрудники могут хорошо, быть. Хорошо, я понял. Сейчас тут дети, вон. Там дальше, ну, видите, там я видел чуть-чуть детей, да, да, я видел. То есть первый пост находится на Молодой Я гвардии. Просто зимой ходил, но все было нормально. Ну, зимой, да. Может быть. Бегал тут. Может быть, зимой. Да. Сейчас тут находятся дети, 1500 детей, понимаете, что
безопасность лучше всего. Ну я понимаю. Ну я себе просто представляю, чтобы все были довольны, детей охраняют люди, а тут как бы все ходят, все довольны. Ну понятно, что это не ваше дело. Это не наше, понимаете, что можно сказать. Окей. За 9 часов можете подойти туда на первый пост. Ну там они вас... там это предоставляли, да? Не знаю, предоставляли, я знаю, что у них должно быть. А. Потому что есть постановление, как бы, которое запрещает. Это мне на входе там надо зайти или куда? Да, там на входе сидит тоже полицейский, к нему подойдете, обратитесь к нему. И он вас проведет. Окей. Ну, к руководству, там, директору, хорошо. Не знаю. Либо спасибо, я обязательно схожу посмотреть. Да. Пожалуйста. Что мы сейчас делаем? Ну что, как вы заходили, вот так вот? Нет, я там заходил. Где заходили? Ну, с той вы стороны. Вы заходили? Оттуда, да. Оттуда на, зашел. Никак не среагировал. Да. Я бегал, но оттуда просто ко мне никто не представился. Там сидел человек в таком ларьке. В таком ларьке сидел. Он начал свистеть или что-то. Документы, представления, документы. Не, ну вы не врите, вы тут вообще находились, а там находился. Вы словесно над нами издевались. Ну, в общем, там ко мне никто не подошел. Там не было никакой. Да, я выйду. Я выйду, да. Все, все прошло. Да, счастливо. Удачного дня. Можно было так с нами поговорить, а? А вы же на меня кричали. Я не кричал. Так давайте посмотрим видео. Я не кричал, потому мне это больше бесило, потому что вы меня снимали. Давайте видео. Понимаете? Посмотрим. Потому а что вы должностное лицо. Вы должны привыкнуть просто к этому, расслабиться. После того, как я к вам уже послушайте. Представился, показал документы. Смотрите, смотрите, меня если вы привыкнете к тому, что вы должностное лицо, что я вас имею право снимать, если вы расслабитесь, а не будете нервничать на этот счет. Если вы расслабитесь, не будете нервничать на этот счет, не будете хамить людям, тогда будет намного лучше жить и вам, и всем остальным. Спасибо. Молодой человек. Егор. Егор, пожалуйста. До свидания. Если можно, да, всего хорошего. Спасибо.